Привет, друзья! Приветствую на канале AlexAvers. Сегодня у меня к обзору вот такая красота. То есть это так называемый складень четырехстворчатый праздники. То есть божественные праздники, которые отображены в этом складне. То есть четыре створочки, на каждой створке мини-иконки такие, изображающие какие-то церковные праздники, события в истории православной церкви. Он четырехстворчатый, собирается. Такая красота, просто нет слов комментировать. Хочу просто показать на экране, как это выглядит. Здесь везде написаны легенды, видите? Штихелем очень мелко прорезаны. Складень бронзовый. И с двумя цветами эмали. Белая и синяя. Есть, конечно же, небольшие утраты. Но по сравнению с этим, в принципе, общим впечатлением о предмете, они, ну, на мой взгляд, незначительные. Вот такой он огромный. Я вам покажу, как он выглядит. Такой его размер весь. Складывается он легко. Так, внутрь одна створочка. Вторая. И размер у него вот такой получается. И здесь тоже надпись «Легенда». Какая красота. Размер 18, высота и 40 в разобранном виде, а если створки внешние, они по 10,5 сантиметра, внутренние чуть-чуть меньше. Так он выглядит в собранном состоянии. Я показал, еще раз разберу, посмотрите, он выглядит внутри. Но это произведение искусства, это предположительно период Николая II, ну, конец там 19-го, начало 20 века. Створочка это немножко так открыли. Какая прелесть. Надеюсь, хорошо видно. Можно рассмотреть детальные сцены библейские, эти сюжеты все здесь отображены в этом складне. Ну, не все, какая-то часть, конечно. Многие верующие узнают или прочитают. Я остановлю, можно на паузе остановить. Надеюсь, качество и съемка хорошая, что позволит прочитать название данного сюжета. Такой вот складень в руках. Что ж, друзья, надеюсь, вам понравился обзор. Подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, смотрите другие видео, там много есть как бы обзоров разных предметов, не только по церковной тематике, но и другие направления в коллекционировании. Делитесь впечатлениями, показывайте свои предметы, как бы рад буду помочь в оценке, в советах каких-то, если, конечно, знаю тему. Всего хорошего. Рад видеть вас на канале. До новых встреч. Всем пока-пока.